Ну что же, у нас Шкода Октавия 1.9 TD. Простите, ветер может задувать. Значит, болячка. Крепеж щупа. О, выдернулся вместе. Я уже его ремонтировал немного, там подклеивал. Здесь он треснул немного. И на две части. И тут вроде бы держится. Но теперь общее крепление не держится и уже даже выпал. Ну и вот нужно поставить, стоит $2, иногда 3, ну есть более дорогие, мне предложили такой, какой был на фирме. Сам щуп в нормальном хорошем состоянии, а вот и меня это сильно не беспокоило, пока не начал пропускать, когда надуваю в патрубок впускной, видите, да, начинает с него шипеть. Поэтому что мы сейчас сделаем, я хорошо там протру, потому что он уже начал сопливить, именно потому что там шипит, и ставим на место. Собственно, никаких, он на самозащелке, просто клац и все, и больше ничего не нужно делать. Ну, сначала нужно хорошо все протереть, вымыть ацетоном. И тогда я даже еще для пущей крепости немножечко снаружи намажу герметиком автомобильным, черным, высокотемпературным. Ну, собственно, и все. Очень просто. Вытащил, вставил и все. Но это играет роль. Ну, во-первых, может выходить воздух. Ну и, как видим, при вытаскивании я обычно придерживал и вытаскивал. Но в этот раз я не придержал, и он даже просто выскочил. Поменять очень просто. Этот убираем, этот вставляем. Сейчас я тут все ацетоном протру, чтобы силикон взялся. Ну, собственно, и все. В общем-то, это и конец видео. Повторяйте, это очень легко, недорого. На сервисе эти будут совсем других денег стоить. Итак, я хорошо протер растворителем 647. И вот тут понаружи, только понаружи намазал хорошим герметиком. Черным автомобильным, высокотемпературным. Это Victor Range, один из самых лучших, который у нас, во всяком случае, продается. И все, теперь растворителем. И здесь только там понаружи, если здесь намазать, то при одевании может внутрь попасть. Поэтому, ну вот, как-то так. До характерного упора и щелчка там. Чик. Ну, щелчка не было, но такой упор сначала, ну, было видно, что вот эта штучка наружная чуть расширилась, вон чик, и села. Это все. И теперь вставляем щуп, и все готово. Поэтому повторяйте, это несложно. Вот так. Да, конечно. Хочу вам сказать, что разница есть. Здесь я плотно вставляю, прямо плотно-плотно. А когда я вставляю в новую, ну так скажем, не плотно. Ну, скорее всего, этого будет достаточно. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, увидимся на канале. Ну а вот причина, почему такое происходит. Кажется, что он на месте стоит. Посмотрите. Видео не передает. Приблизительно на 1 сантиметр постоянно телепается. Поэтому трескается и возникает проблема. Может быть, вот так немножко зафиксировать. Но из-за этого и трескается, и корпусе отламывается из-за постоянной вибрации. Видео не передает, но прямо такой на 1.5 сантиметра постоянно такой.